Семена тыквы крупноплодной парижская золотая, популярный сорт универсального предназначения. Плоды крупные, могут достигать от 4 до 9 кг каждый. Они однотонные, ярко-оранжевые, симметричной плоско-округлой формы, сегментированные. Кожура средней толщины, прочная, при этом легко удаляется ножом. Мякоть очень сочная, не слишком сладкая, поэтому рекомендуется к использованию в диетическом рационе. Тыква парижская золотая особенно популярная для домашнего выращивания. Сорт относится к крайне спелым, его плоды поспевают за 90-110 дней, а собирать их можно уже в июле. После сбора урожай долго хранится и хорошо переносит транспортировку. Тыква крупноплодная парижская золотая – это однолетнее растение. Тыква прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания тыква прекрасно устроит открытый грунт. Тыква крупноплодная парижская золотая имеет ранее спелый срок созревания. Плоды тыквы созревают в месяце июль. Масса плодов приблизительно 4000-9000 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у плода плоско-округлая. Цвет плода оранжевая. Вкус сладкий, мякоть сочная. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.